Всем привет, меня зовут Джон Лав, это Любыков. Сейчас я расскажу о лучшем способе, как сделать из обычной мышки бесшумную. Итак, сразу скажу, что нам не нужно что-то подгибать и изгибать, как советовали в других видео. Потому что такой способ только ломает мышку, и мы тогда не чувствуем клик, когда нажимаем на кнопку. В моем способе мы делаем бесшумную мышку и не делаем никаких серьезных изменений в самом переключателе. Итак, мы разобрали ее. Дальше мы, вот наш переключатель, да, вот наш переключатель, и мы аккуратно вот здесь вот ножичком канцелярским поддеваем и снимаем. Когда мы сняли эту штучку, вот она снята, у нас вот здесь будет просто пластинка, да, вот я вам показываю, здесь идет просто пластинка. Что нужно сделать? Нужно взять какую-то липкую ленту, можно скотч, можно обычную лизоленту, да. Вот, я вот взял такую вот липкую фигню у меня, типа лизоленты. Она стояла в самой мышке. Сейчас покажу, где. Она была вот здесь вот. Я когда разбирал мышку, снимаю ее, и тут болтик. И вот эта штука, она липкая. Я взял и вырезаю отсюда вот эту вот полосочку. И вставляю ее сверху. Сверху вставляю. Сейчас вам покажу. Вот, но у меня сейчас белая бумажечка просто. Вставил для примера. В общем, я ее сюда вставляю. Полосочку эту сверху между контактом верхним, да, и пластинкой, и все. И потом это дело все закрываю, и тогда она перестает кликать. Просто вы берете полосочку, вырезаете, вставляете, ложите сверху на пластинку между контактом и закрываете. Тем самым мы что делаем? Мы контакты пластинки, когда мы нажимаем, они раньше нажимались, и они стукались вверх и вниз, и поэтому создавался клик. Вот мы нажимали раньше, и он вверх и вниз, вот тут пластинка ходила, вверх-вниз ходила и стукалась, и был клик. Когда мы вверху положили какую-то бумажечку, ну лучше лизоленту или какую-то липкую ленту, чтобы никуда она не сползла, положили, тогда получается она внизу замыкает контакт, а верхний контакт не стукается, не создает шум. Вот, это самый лучший и простой способ сделать мышку бесшумной. Потому что я попробовал что-то изгибать и понял, что я тем самым поломал переключатель. И лучше сделать моим способом, а именно просто положите липкую какую-то пластинку, скотч, лизоленту, вырезать и потом все это дело сверху закрыть. Вот. На этом все, ребят. Это самый лучший способ для того, чтобы своими руками сделать бесшумную мышку.